Я мечтаю стать пилотом или встретиться с известным спортсменом. У детей от 3 до 17 лет, а также пожилых людей старше 60 есть возможность исполнить свое желание. По всей России проходит акция «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай со мной». Подробнее об этой доброй традиции расскажет Елизавета Кабанова. Новый год – время чудес. Ежегодная акция «Елка желаний» стала уже доброй традицией. Каждый год, начиная с 2018-го, нуждающиеся дети могут получить различные книги, цифровую технику, музыкальные инструменты. Все то, что поможет им в саморазвитии и обучении. Мы помним, что это всегда время чудес и исполнения желаний. Аида, и твое желание, вот оно сбывается прямо сейчас. Спасибо большое. Оставить заявку на сайте елкажеланий.рф Аиде помогла мама. Ребенок попросил у Деда Мороза ноутбук, чтобы уделять больше внимания учебе. В будущем Аида хочет стать бухгалтером или юристом, потому что, как признается девочка, ей нравится считать, думать и писать. А любимые предметы – русский язык, история и алгебра. Ноутбук мне нужен будет также и для выполнения домашних заданий, так как все равно ноутбук понадобится всем детям. Сейчас уже современный, 21 век, уже всем понадобится, нужен будет ноутбук. Каждое желание оформляется в специальную открытку в виде елочной игрушки. Для того, чтобы сделать подарок, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать регион, район и установить предел суммы, а также количество желаний, которые вы готовы исполнить. Но она важна, потому что у нас этот год объявлен годом добра, а «Елка желаний» – это уже ежегодная традиция, когда исполняются желания тех, кто больше всех нуждается в исполнении этих желаний. Впереди Новый год, осталось всего несколько дней, а это время чудес, исполнения желаний. И я желаю, чтобы желания всех наших жителей исполнялись. За все время акции по всей России было исполнено более 21 тысячи желаний, как материальных, так и нет. В этом году в Ненецком округе свое желание загадали 27 человек, а неравнодушные жители вызвались помочь землякам в исполнении их мечты. Творите добро, и оно обязательно вам вернется. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».